Fall Guys. Ну, можно сыграть Fall Guys, парочку каточек заценить, конечно. Там вроде как новый сезон. Ну, ок. Ну, ок. Ну, ок. Арка овера, все? Да нет, почему? Когда апдейт какой-нибудь завезут, опять поиграю. Но, блядь, матчмейкинг в этом вашем овервотче, да и не только матчмейкинг, а вообще, в принципе, как там рейтинги выдаются. Бля. Хуета какая-то. Мне не нравится. Апдейт в овере Омега Лул. Не, ну там же скоро должны персонажа нового добавить, как он там, Рама, Раматара, Ракатара Мата, Хакуна Матата. Раматата. Рамадан. Рома. Арматура. Рома Арматура. Так, сейчас, погодите, я за питкой схожу. А чё? Я уже за питьки сходил. А тут что-то ничего не это. Все зависло. Вроде бы. Алло? Нет, ставочек не будет. Никаких ставочек. ГГ, походу. Еп. Первый блин комом. Пробуем еще раз. В Overwatch Бастиона вернули. Так это же давно уже. Я еще тогда играл. Через Epic Games может? Не, если они отключили в Стиме... А, ну вот, все. Работает. Если бы они так сделали, я бы больше никогда в эту игру не играл. А давай в то, а давай в это, а давай вот в это еще поиграем, а давай вот в то еще поиграем. Я уже жалею, что согласился в Fall Guys идти играть. Икс. Простофиля? Какой простофиля? А, грибочек-то? Но это не я простофиля же, получается. Это я пальцем на кого-то показываю, и на кого я покажу, тот и простофиля. Так-с. Хай! Выбор соревнований. Сольные пары, морское чудо. Исследуйте затерянный город и бросьте вызов могучему кракену в наших новых раундах. Ну вот это, походу, новые режимы. Погнали их затестим. Сейчас. Секу. Аноним, спасибо за 50 рублей, смотрю тебя с 2014-го вроде, мне сейчас 25, прикольно наблюдать, как меня с контента все равно заходил по мере моего взросления, немного ощущения, как будто бы вырос с кем-то вместе меньше, чем 3. Рад слышать, спасибо. Бигзур Ахмед. О, тут клешни добавили, блин, мне нужны клешни. Ой-ой. Это что такое?
Как в это играть? Почему я не могу двигаться? Алло? 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 Эй! Блять, у меня окно неактивно было, сука! Ну все, ГГ. Все, ГГ. Да все, ГГ. А, хотя нет, подожди. Прыжок. Бум. Заработано очков. А, блядь, здесь очки фармить надо. А это что такое? Бля. Окей, шанс еще есть. Шанс еще есть. Хотя, если меня все еще кидают в эти мега-душные... Хуяндук! Нормально. 10 очков осталось. Пока что никто не прошел. Так, все, первый есть. Но мы не тормозим! Не, а что, кстати, прикольный режим. Только они вроде бы его спиздили из игры, которая косила под Fall Guys. Я не помню, как она... Как она называется... Блять. Я не помню, как она называется. Вот это вот, которые там еще типа фрукты, овощи были. А, все, я прошел. Найс. Stumble Guys? Чё-то такое. Но да, короче, это вот это из той игры. Вебку ниже? Так, ну давайте пускай где-нибудь здесь стоит. Оригинал плагиатит у плагиата. Не, а чё, почему нет? Вполне справедливо. Survival, бросайте ядра в других игроков, чтобы столкнуть их вниз, а сами продержитесь как можно дольше, не вылетев с арены. О-о. Баблантида. Я ни разу не побеждал в таких режимах. Где что-то в кого-то кидать надо. Да поможет мне грибной бог. Моё! Моё! А что случилось? А что произошло? Что только что случилось? А я не понял. У меня есть 800 шмяксов. У меня есть 800 шмяксов. Это значит, что я могу что-то купить. Спанч Боб. Ржание. 25 турецких. Ебать, тут донаты дешевые через эти лиры. Шмяка Рекс. Величественный монокль. О, покупаем. Это еще и за эту валюту. Ее мне тратить все равно некуда, поэтому берем. А, и все. Говно что-то какое-то одно. Не, батл пассы я никакие брать не собираюсь. Так, выбор соревнований. Давайте, погнали. И будем щедрым. Мне нужен топ-1. 25 турецких лир. Это 82 рубля? Не, ну да. В турецком стиме, конечно, цены божеские. О, опять этот режим. Как хорошо жить в Турции. Надень очко. Не, ты чё? Я грибобас. Это я так для коллекции купил. Это из-за тебя там инфляция. Ну, а, кстати, поэтому же в турецком стиме-то и такие дешевые цены. Потому что у них все там не так хорошо с экономикой.
Там вроде бы зарплата средняя в месяц там 200 или 300 баксов. Let's go! Бля. Ну почти. Так, разгон. Разгон пошел. Получилось, найс. Прыжок. Даже не пытайтесь, ребята. Это будет моя победа. Я уже дал один раз вам фору. Больше этого не повторится. Опа! Так, и по идее здесь на конце должно быть какой-то... Бля, опять там же выпал. Там должно было быть какое-то золотое кольцо по-любому. Давай еще раз. Я смогу. У меня получится. Так, вот. Где-то вот здесь. Еп. Колечко. Найс. И еще одно. И еще одно. Бум. Ой. Что-то все начали проходить очень быстро. Ой-ой. Все, найс. Тамарочка, спасибо за 50. Пока сидела и думала, как правильно сформулировать предложение, успела забыть, что хотела в нем написать. Поэтому просто держи мои деньги. Спасибо. Бигзур Ахмед. Погоди, а чё? А чё так мало людей изначально было? Dead Game XD? Или это лобби, в принципе, такие маленькие? Экс. 38 человек лимит? Я помню, раньше было 60, потом стало 45. Теперь вообще, походу, 38. Блядь, и опять этот режим. Я реально не понял, из-за чего я умер. Я что-то взял и упал. Куда-то. Поэтому давайте на этот раз не будем ничего брать. Просто будем бегать и выживать. Ой, ебать, ктулху какой-то есть. Тихо, тихо, тихо. О! Мое. Ловите. Бум! Вышиб одного! Не надо! Блять! Так, ну одна жертва есть на моих руках. Ты чё, дядя? Ты чё, дядя? Ах ты мышь! Ах ты мышь! Пускай они там дерутся, а я здесь постою, подожду, пока они сами все друг друга поубивают. А, там еще карусель какая-то есть. Найс. В этом режиме 38, а так 60. А сколько сейчас вообще играет в нее человек в Стиме? В Steam Chart сколько написано? Чат, лучше купить ак из Турции или как-то можно самому? Можете отнестись к этому серьезно, пожалуйста? Ты что, собираешься нарушать правила лицензионного соглашения Steam? Чел. 6к всего лишь? О, ну. Ну хотя, наверное, большинство через Epic играет. А, ну да, она же в Epic сейчас. Ее же в Steam нельзя покупать. Вроде бы что-то в этом прикол. Так, а что делать здесь надо? Окей, какие-то порталы. Давайте теперь сюда. Я не понимаю. Я не понимаю. А, я понимаю! Я понимаю! О, нет. О, нет.
И чё это такое нахуй? Сюда что ли? Ой, бля. Ой, бля. Я просто бегу туда, куда все бегут. И это работает пока что. Блядь! Они меня назад отправили! Так, окей, значит, здесь есть порталы, которые отправляют тебя не туда. И как вот здесь понять? Здесь какие-то квадратики, блядь, есть. Как разобраться-то? Куда надо идти? Аноним, спасибо за 100 рублей. Лови мои кровные 100 рублей на супчик. Спасибо. Бигзур Ахмед. Бля, я запутался. Подожди. Вот кнопка, она ведет. Ну, давайте вот так вот. Че, сюда, что ли? Так я сюда прыгал вроде. О, реально. Реально. И что, теперь сюда? Йоу! Я нихуя не понял, как там, блять, эту дорогу разгадывать. Я просто на рандом выбирал. Ну вот эти ребята, походу, тоже не очень понимают, как это делается. Этот чел вообще сдался. Подожди, ну мы же в финале уже, получается. Это гранд-финал. На пересечениях всегда продолжать по прямой, я хуй знает. Я не понял. Финал, натиск Кракена. Старайтесь не наступать на плитки с узорами, чтобы не тревожить Кракена. И не падайте в воду, лишь один сумеет выстоять против Кракена. О? Так, не наступать на метки. А что будет, если наступить на метку? Что если... Окей, чел просто спрыгнул. Блядь, я прям на экран себе плюнул. О, убийца! Я это видел! Бля, у меня весь экран в слюнях! Подожди, но я же на вот эту плитку прыгнул, и она не сработала. То есть, получается, она не опасная. Так, и что-то ничего не вылезает. Ох, ё. Я понял. Так, ну-ка. Ребята, можно к вам? Ах ты, собака, блядь. Ах ты. Ах ты какой. Нет. 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 Я сам... Блять. Сука. А, и теперь он стоит такой весь из себя дружелюбный. А, ну вот оно и понятно все. Погодите, мне монитор надо протереть. У меня дебаф. Вроде бы такими салфетками нельзя мониторы протирать, но я не знаю, что будет, если ими протирать. И вроде бы я протирал постоянно, и ничего не случалось. Ну, кроме какого-то странного моргания, но это мы опустим. Анчкил! Окей, бро. Ну, ты бы тут показал. Нет, не дайте ему выиграть, вы чё? Он не должен победить. Он убийца. Чё-то какой-то унылый режим, как по мне. А он сам упал.
Бля, чел просто победил, стой. А, нет, стоп. И получается это все. Это все новые карты, да? Так ты сам спрыгнул, он тебя не убивал. Он поспособствовал тому, что я спрыгнул. Он вынудил меня спрыгнуть. Я не хотел этого делать. Психологическое давление и бесконтактный бой Fall Guys. Не, погоди, а что, это реально все карты новые?